вами новый эпизод «Вечерней звезды». Мы ведем эфир из Пусана, где живет бывшая звезда киберспорта и пилот Дива! Я играю ради победы! В 19 лет она стала героем всей нации. Всего неделю назад ей вновь пришлось рисковать жизнью, чтобы защитить город атомников Кишин. Ее взводу меха изрядно досталось, но они смогли победить. И теперь Диву ждет заслуженный отдых и вечеринки. Эй, Ханна, слушай, а ты чего автографы не раздаешь? Города с изысканными блюдами и компанией друзей-суперзвезд. Но ее жизнь не всегда была такой. Я бы от такого не отказался. Эй, а почему мы не отдыхаем с остальными? Я тоже хочу шика и гламура, знаешь ли. Все это совсем не важно, Дэхён. Здесь! Вот где настоящая магия! Помнишь, как мы с тобой допоздна возились с ховербайком? Ха, который ты разбила. Серьезно? Ты до сих пор злишься? Мы же победили! Да, только ты чуть не погибла. Нанакола, вкусняшка! Ты побила Кишин. Они не скоро вернутся. Отдохни. Огонь! Ничего не вижу! Меня подбили! Нет, я не могу. Ханна? Мы едва не проиграли. Противник развивается, адаптируется, становится сильнее. Ребята, вся страна, они на меня надеются. Если я подведу и Кишин прорвутся, мы потеряем все. Я... Надо закончить тесты. Может, хватит себя перегружать? Просто попроси о помощи. Я справлюсь. Правда. В штабе говорят, все чисто. Но что они... Что за глюк? Слишком скоро. Нацелился на город! Вижу! Давай! Дэхён, мне нужна помощь. Правда? Ладно. Сейчас. Реактор нестабилен, так что долго мех не продержится. Орудие не работает. Да. Ускоритель да. тоже. А реактор!
перегрузим его, как твой ховербайк! Что? Ты чокнулась? Это тебе не гонка! Я знаю! Но если этого не сделать, погибнут тысячи людей! Ладно, дай мне секунду. Погнали! Готово! Реактор перегружен! У тебя минута до взрыва! Слишком медленно! Мы долетим до города! Хана? Верь мне, Дэхён! Встретимся на финише! Не отключайся, Хан, я здесь. Я с тобой. Город все еще потрясен недавней атакой. Удивительно, но благодаря Диве обошлось без жертв. Она в одиночку смогла остановить Кишин и вернулась на базу без единой царапины. Сейчас она отдыхает и празднует свою победу. К другим новостям. Да. Отдых, что надо, правда? А что не так? Вкусная еда, отличные напитки. Ну да. И лучший друг, который никогда не подведет. И всегда будет рядом. Да. И раз уж я помог спасти город... Может, занесешь меня в эти свои VIP-списки, чтобы и меня тоже пускали в эти крутые рестораны? Кажется, тебе нужно поменьше сидеть в интернете.